А мы всем напоминаем, что сегодня тема нашего эфира – день осеннего букета. Сегодня самое время, мне кажется, выйти на улицу, собрать тот самый осенний букет. А в студии по-прежнему Дмитрий Соловьянов, Анна Шамбандал и наша гостья. Но все-таки, прежде чем выйти на улицу, посмотреть погоду, по-моему, если вот сейчас дождик идет, лучше быть с нами и подпевать. Да, потому что настало время музыкальной паузы для вас. Сегодня наш гость подготовил особенный подарок. Так. Это известный хит, который прославил группу «Лицей». Ты помнишь, что за песня? Я помню. У нас в студии Елена Мурзина, солистка группы «Фараденза». Здравствуйте, Елена. Доброе утро. Елена, ну, давайте так, чтобы у всех было осеннее настроение, поэтому сразу просто поем. Договорились? Делаю. Да. Осень. Пойдем, я тебя когда напою. Свет твоего окна для меня погас и стало вдруг темно. Есть он или нет, тот волшебный свет. Не зови. Осень, лес остыл и листья сбросил. И лихой ветер гонит их за мной. Осень, ну давай у листьев спроси. Вечный май. Свет твоего окна, был он или нет, и выпал первый снег. Снег — это же вода, растает и уйдет. Как моя беда, раз и навсегда. Осень, лес остыл и листья сбросил. И лихой ветер гонит их за мной. Осень, ну давай у листьев спроси. Вечный май. Мы можем танцевать так вечно. Ну что ж. Спасибо большое. По-моему, было просто шедеврально, по-осеннему здорово, да. И классно. У нас в гостях, я напомню, была Елена Мурзина, солистка группы «Фараденза». Что же, осень — это очень красочная пора, красивая, поэтому успейте ей насладиться, потому что не так уж она и будет, не такой уж и длинной она будет, как мы хотели бы, правда? Но я думаю, что многие наверняка уже сейчас думают о том, а как скоро же... Скоро зима, да. И как же себя, как бы, так скажем, держать в тонусе? И чтобы вы... Да что ж ты меня все перебиваешь? Не старели, да. Я хочу понять, что ты хочешь сказать. Сейчас в нашей следующей рубрике мы вам дадим несколько лайфхаков, как же избавиться от небольших морщин. Это интересно, кстати.